В районной администрации прошел расширенный прием граждан. Последний в этом году. К главе района его заместителям обратилось 20 человек. Большая часть озвученных вопросов касалась санитарного состояния городских территорий, финансовой помощи и благоустройства внутридомовых территорий. По каждому из обращений Роман Синеговский дал поручение руководителям отраслевых структур и специалистам муниципальных служб. Были запланированы и рабочие выезды для принятия решений на месте. Следующий расширенный прием граждан пройдет в конце января. Предварительная запись на прием проводится в общественной приемной районной администрации по адресу улица Красная, 22 или по телефону 4 11 12.